Дорогие, всем огромный привет! Сегодня у нас видео будет о заказе Faberlic. Я покажу вам своих небольших два заказика. И еще заказала немного одежды, тоже хочу вам ее показать. Итак, давайте приступим. Новый каталог, второй. Он будет действовать с 22 января. Здесь есть новинки, кстати, хорошие новиночки в этом каталоге. Но вот одежды нет, новинок нет. Ни обуви, ни одежды нет. Я обычно все люблю одежду заказывать, обувь какую-то. Пока нет новиночек. Но надеюсь, может быть, скоро будет, потому что вот смотрите, тут какое-то красивое платье на девушке. И вот здесь вот еще такой вот костюм. Я надеюсь, может быть, в будущем эта одежда появится. В Faberlic бывает такое, что они делают фотографии, и через какое-то время эта одежда появляется в каталоге. И, девочки, спасибо вам большое, кто мне написал в комментариях, что ждут видео о заказе Faberlic. Спасибо вам большое. Для меня это приятно, потому что я думала, что многие пишут, что вот влоги любят больше всего на моем канале. Ну, а мне хочется иногда тоже вот как-то с вами поделиться какими-то новинками. Да, вот видео снять про косметику, что-то про одежду хочется иногда снять. Так что вот я очень рада, что на моем канале есть девочки, которые смотрят такие видеообзоры мои. Итак, давайте приступим к обзору, к самому. Первое, что я хочу вам показать, это салонный уход серии. Я заказала горячее обертывание для поврежденных волос. И я заказала маска-восполнитель кератина для поврежденных волос. Вот это вот я еще не пользовалась вот этим. Здесь их три штучки. Сейчас покажу, как они выглядят. Просто берете один тюбичек и наносите на чистые волосы. Так, да, средство нанести по всей длине на вымытые подсушенные полотенцем волосы. Замотайте пленкой и наденьте шапочку и приступите к нагреву. В общем, надеваете шапочку и феном греете, и феном себя греете. В ближайшее время попробую, обязательно вам расскажу. А вот маску я уже, девочки, попользовалась ей. Она мне очень понравилась. Цвет очень красивый. Смотрите, здесь вот такая полоска розовая. И сама маска тоже такого же цвета. Обалденно, очень вкусно пахнет. Она в меру густая, хорошо распределяется по волосам. Мне она понравилась тем, что вот с первого применения я даже не читала, вот что она там делает. Я просто увидела в каталоге новинку и заказала. Девочки, после вот первое прямо уже применение, когда я смывала маску с волос и начала выжимать волосы, вот первое мое ощущение, что волосы стали толще. И тут, кстати, я потом уже прочитала, тут написано, что утолщает волосяной стержень. Действительно, волосы толще, объемнее, что ли, как-то стали. И я даже удивилась, когда выжимала волосы, у меня просто такая куча волос. А на самом деле у меня их очень мало. Так что маска мне понравилась. Здесь еще написано, что она придает идеальную гладкость и блеск. Обеспечивает термозащиту, уменьшает ломкость. В общем, будем пользоваться. И когда вся баночка закончится, я обязательно вам расскажу. В этом месяце, в конце января, я планирую снять видео о пустых баночках. И обязательно про это расскажу. Допользуюсь в этом месяце. Уж точно, чтобы узнать, на самом деле, волосы лучше станут или нет. Ну вот сразу же вот этот объем волос, толщину волос я сразу заметила. Так что буду пользоваться. И советую. Вот, по крайней мере, маску я могу посоветовать. Так, дальше, что у меня здесь? Чем мы пользуемся уже? Это мыло жидкое. Вот видите, половину мы уже использовали. Это у нас Витамания, манго и папайя. Витаминное жидкое мыло. Очень пахнет обалденно. Оно даже вот через тюбик слышно этот запах. И он долгое время остается на руках. Детям особенно очень нравится. В общем, такой ненавязчивый сильный запах, но такой сладенький в меру и приятный аромат. Действительно приятно пользоваться. Оно в меру тоже густое, не жидкое. Так что нам очень понравилось. Будем заказывать еще разные такие вот с фруктами. Так, деткам я еще тут заказала. У нас закончилась пена для ванны для детей. Это Техно Kids. Новая серия, недавно она появилась. Красная пена. В тот раз, мне кажется, она зеленая была. Всей серии Faberlic детской мы пользуемся постоянно, нам нравится, действительно никакой аллергии нет, даже если в глаза попадает, то ничего не щиплет. И здесь еще шампунь и гель для душа 2 в 1 для детей, тоже Техно Kids, первый раз заказали, будем пользоваться. А другая для этого серия была Астронавтик, вот, очень хорошая, мы несколько лет ей пользовались, но сейчас вот новая серия вышла. Так, гель для душа, в
очередной раз заказала. Это мятный шоколад. Я очень люблю аромат шоколада и мяты. Так, дальше здесь салфетки. Тоже Технокидс. 15 штучек детские влажные салфетки для рук. Там в рюкзак. Для Кирюшки в рюкзак положить. Так, дальше что здесь у меня? В очередной раз я заказала патчи для кожи век вокруг глаз с гиалуроновой кислотой и коллагеном. Они мне очень-очень нравятся. Действительно потрясающий эффект. Очень нужная вещь, особенно когда, если куда-то вы идете на какое-то мероприятие, без них никак. Они одноразовые, но я уже говорила, что можно на два раза сделать. Положить их на место и в холодильник, и вообще потрясающий эффект. И вообще лучше пользоваться вот такими вещами, лучше после холодильника. Положили в холодильник, потом приложили, потрясающий эффект. Так, следующее, я тоже показывала, это у меня серия «Эксперт», омолаживающая программа номер 3, лифтинг и регенерация. Очень мне нравится пользоваться ей, это как сыворотка, можно сказать. Немножко маслица напоминает, но не такое жирное. Вот там жидкость. Сбалтываете. Их 6 штучек. Здесь у меня 3 осталось. Каждый день нужно пользоваться. Ну, лучше курсом, да, чтобы 6 дней. Можно потом еще повторить еще 6 дней. И тогда эффект потрясающий. Особенно виден эффект, когда только вот попользовались, нанесли на лицо, оно впитывается. И такой сразу подтягивающий эффект получается. Морщинки менее заметны, действительно сокращаются. И очень мне нравится пользоваться ими. Ну, пока будут они в продаже, я всегда буду их заказывать. Особенно вот, девочки, рекомендую женщинам 40+. Без них никуда уже. Следующее заказала гелевая экспресс-маска для лица, лифтинг и сияние. Не пользовалась, девочки, еще ей. Написано, что глубоко увлажняет, оказывает подтягивающее действие, делает кожу эластичной, наполняет влагой и сиянием. Результат: кожа гладкая, увлажненная, сияющая, морщины заметны меньше. Для всех типов кожи. Ее нужно наносить на 20-25 минут. Девочки, кто пользовался, брал, напишите, как вам, понравилась она или нет. Так, еще в очередной раз я заказала увлажняющие, очищающие полоски для лба, носа, подбородка, хоть для чего, в общем, 3 штучки. Очень нравится. Потрясающий эффект. На 15 минут, на 10 убираете. Вытягивает очень много всего. Сразу видно. Просто смотрите, когда попользовались. Там столько всего на ней. Очень классно очищает. Так что советую. Были у меня разные полоски. Всякие масочки делала. Ну, вот это самое сильное. Пока для меня. Больше я ничего не нашла сильнее. Очень хорошо очищает кожу от черных точек. А все эту грязь убирает. Так, салфетки мы заказывали детские. Baby, Faberlic Baby. Здесь 50 штук. Очень нам нравятся. Мы уже пользовались. Эти я брала с большой скидкой. Гипоаллергенно. В общем, с 0 месяца можно пользоваться. Очень хорошие салфеточки. Не высыхают, пока не закончится упаковка. И упаковка очень крепкая. Так, следующее хочу вам показать еще помады. Все свои помады. Мои любимицы. Все, которые в последнее время заказала. Это матовые помады, матовая губная помада «Первая леди». Сейчас я вам хочу показать, какие у меня есть уже оттеночки. Люблю эту помаду, сейчас она на мне, сейчас на мне номер 44052. Я люблю матовые помады, устойчивые люблю помады. Вот в последнее время я заметила, что блесками я стала очень мало пользоваться. Люблю я именно вот этот вот, как сказать, велюровый эффект, вот этот вот. Очень люблю. Кстати, если сравнить с моей любимой помадой, про которую я во всех видео рассказываю, это устойчивая помада. Стойкий поцелуй называется вроде бы. Если ту наносить на губы, на поврежденные губы, вот у меня сейчас тоже не в идеальном состоянии губы, и может быть у кого вот, если хорошего качества, вот, на чем вы смотрите, то вы, наверное, дефекты видите на губах, что немножко они, я там потресканы, и как шелушаться, видно немножко шелушение вот с этой помадой, видны. А если ту помаду нанести, там вообще ничего не видно, даже если у вас губы не в идеальном состоянии, вообще убитые, и вы наносите ту помаду, она скрывает все дефекты, а вот с этой помадой немножко видно, конечно, но ничего, не критично, мне кажется, не сильно бросается в глаза. Итак, покажу вам сама помада, здесь зеркальце, нажимаете, вот так открывается помада, она солидно очень выглядит, это вот сейчас на мне, которая... Очень дорого, стильно смотрится. Упаковка вообще обалденная. Еще раз покажу вам, вдруг кто не видел, нажимаете, и она тут вылетает. Все, есть зеркальце, накрасили губки,
И все в порядке. Девочки, тоже напишите мне, кто любит матовые помады. Следующая помада. Так, мы открываем. Это номер 44051. Я, кстати, сейчас вот на руку еще сделаю сводчики обязательно. На руке я покажу вам. Так, еще раз повторюсь, номер открываем. 44051. Кстати, вот эти помады матовые, они немного в каталоге чуть-чуть неправильно дают цвет. В каталоге они более сочные, что ли, более темнее там оттенок. На самом деле, когда вот их получаете и наносите на губы, они светлее. Кажется, так. Вот этот вот вообще нюдовый оттенок. Совсем его практически не видно на губах. Ну, тоже очень красиво смотрится на губах. На повседневку. Очень даже. И еще, так, это вот последняя, которую заказала. Она, вот она более-менее, как в каталоге цвет у нее. Можно сказать, что один в один. А вот эти вот показала помады, они светлее вживую. Так, номер мы открываем. 44054. Такая она уже темная, более на выход, так он можно сказать, что для вечернего макияжа подойдет. Все делаю сводчики. Мне понравились эти помады, вот честно понравились. Если что-то мне нравится, я заказываю. Стараюсь много разных этих оттеночков заказать. Может быть, еще какие-нибудь закажу. Так, ну вот. Так, вот это вот, чтобы не спутаться, вы смотрите, надеюсь, правильно камера передает свет, потому что у меня сейчас не дневное освещение. Так, вот это первое, это 44052. Это вот самый светлый нюдовый оттеночек, вот самый темный. 44054. Потрясающие помады. Девочки, заказывайте. Если они есть в каталоге, заказывайте, потому что я смотрю, некоторые цвета уже заканчиваются. Я, наверное, в ближайшем будущем еще какой-нибудь таким с коричневым оттенком закажу что-нибудь. Обязательно. Хорошее качество. Кстати, по стойкости они примерно 3 часа выдерживают, если не покушаешь. Вот. Они немножко как-то даже так впитываются немного и ходите спокойно, не нужно добавлять цвета, не нужно, пока не покушаете. Так, ну все, с косметикой вроде бы все. Сейчас я вам покажу вещи, которые я заказала.